Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crazy King. Так, ну что, заберем, наверное, наши кристаллы, которые у нас тут собрались. Так, а здесь? Прокачка карт. Ну давай улучшим щиты. Так, можно даже ускорить это все дело. Так, а вот это что у нас такое, я не помню. Ладно, быстренько с тобой улучшим. Плюс вот эти вот башенки улучшим. Так, это, по-моему, башня шамана, насколько я помню. Угу. Так, прекрасно. Где у нас еще кристаллы? Вот они, созрели. Так, ну что, друзья мои, у нас... вот, я вижу, территория новая. Кстати, и здесь тоже что-то новое. Арена нежити. А здесь у нас что? Гибельный след короля нежити ведет нас прямиком на восток. Сейчас он высаживает легионы приспешников-скелетов, чтобы помешать нам его преследовать. Погнали, друзья мои. Будем мешать ему. Так, нужна ли нам с тобой дополнительная ячейка? Разведать. Ух ты, тут и нежить, и минотавры. Даже не знаю. Наверное, все-таки нужно. Так, ну что, ячейку я получил. Теперь давай подумаем, кого нам сюда поставить. Я думаю, либо нам туда влепить стрелка. Да, наверное, стрелка поставим. Ну что, друзья мои, в бой. Так, мой главный персонаж здесь. Так, этих тоже поставим. Ну и давай. Раз тут будет нежить, откуда она тут пойдет, не знаю. Будем выставлять с тобой башенки. Так, плюс. Так, стрелков. Все, что ли? Ну что ж, начать бой. Будем надеяться, что... Блин, нежить прет. Нежить прет, друзья мои. Так, мы можем здесь улучшить. Мы здесь с тобой улучшим. А что это такое? Ну, смотри, лежит тут такой вот, где... Вот наша магичка. Тут вон минотавр, какая-то статуэтка минотавра находится. Так, мы можем прокачать. Так, стрелок подключился. Не знаю, нужен ли нам лучник здесь. Вот в чем вопрос. Лучник-то готов. Ага, нет, мы лучше сделаем немножко по-другому. Прокачаем. Урон плюс 35. То, что нужно. Так, теперь все-таки магичку влепим. Трындец тут за место, смотри. Ё-моё, их тут не кисло идет. Просто не кисло. Давай, 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 ребятушки. Сопротивляемся. Если сейчас минотавры пойдут, мы на одних с тобой, извини меня, жрецах не уйдем. Далеко. Это я тебе точно говорю. Так, нет, не радиус, лучше отравление пускай. Чем отравление хорошо, ребят? Ну, враги идут, получают урон от яда. Соответственно, погибают. Ну что, давай, вызываем. Только тут, тут, наверное, сделать надо вот так. Минотаврики, да, значит, у нас пошли. Так, тут у нас пошли минотавры. Против минотавров жрецы не очень хорошо у нас рулят. А вот лучник, я смотрю, офигенно их травит. Просто круто травит. А если еще и вот так сделать, то будет вообще топчик. Наверное. Ага. Стрелок подключился. Тоже хорошо. Так, родной, ну-ка давай, иди сюда.
А сюда поставим еще одного стрелка. Пускай он будет, ну, чисто на оборонке стоять. Дальность нашей лучницы прокачали. Стрелка, куда тебе поставить стрелок? Давай сюда, наверное. Вызываем следующий, блин. С трех сторон пойдут. Там у нас идут минотавры, а снизу идет нежить. Хорошо устроились, я смотрю, а, гаденыши. Хорошо, прям лучше не придумаешь. Так, что-то мне не нравится все это дело. Так, я надеюсь, они не пройдут здесь у нас. Пока все отлично идет. 35 к урону. А сколько волн-то еще? Блин, еще две волны будет. Генералы скелетов там ползут. Так. Есть хилы, которые прокачаны по полной программе у нас уже. Это огромный плюсик. Слушай, ну как ни странно, мы выстояли здесь. Ага, идут. Сверху минотавры. Так, лучник, конечно, стреляет, но... Вот теперь он почему-то наносит меньше урона. Я не знаю почему. Но меньше. Так, тихо. Не даем слабины. Так, прокачка. Ну, с нежитью здесь будет попроще. Потому что тут у нас... Хилы их побомбили, причем довольно неплохо, я смотрю. Так, мага прокачали. Так, и получается последняя волна. Вызываем. Так, что-то вы там встали как-то в кучку. Разъединить их. Малька. Ага, там уже идут тяжи. Друзья мои, там идут тяжи. У минотавров. Твою налево, что делать будем? Надо как-то их не пропускать. Персонаж упал. Резаем его обратно. Прокачиваем. Куда ты побежал-то, лопух? Бежит он. Щеманулся. Слушай, ну неплохо, мы справились. И с этими скелетами мы тоже справимся. Так что все отлично. О, стрелки наяривают. Все. Ну что, ребята, мы прошли с вами этот уровень. 5 энергии получили. И на 3 звездочки самое главное, что... Так, доступен сундук дне. Откроем. Окей. Так, на выбор, да? Ну давай вот это вот. Блин, какие-то вшивые ботинки выпали мне. Попробуйте еще раз за 39 гемов. Нет, спасибо, я не буду пробовать еще раз. Так, здесь что у нас? Пакет усиления нет уж. Пум-пум-пум-пум. Назад к первому дню. А, в осаде. Так, а это что у нас? Это фортуна, да? Великий турнирный Колизей. Арена нежити. Что-то... То ли давно не играл, то ли я все позабыл. Что-то много всего вылезло. Так, ну что, пошли с тобой сюда.
Это заброшенное кладбище хранит семейную гробницу клана Колов. Будьте осторожны, печать сломана, и даже ветер затихает в этом грешном месте. Ну, ветер, может быть, и затихает, а мы-то с тобой нет. Вот ячейка нам нужна. Кстати, сколько у нас... Блин, вот как мне получить 250 звездочек? Скажи-ка мне на милость. Не знаю, но ячейка нам нужна. Ну что, ячейку получили. Теперь давай думать. Наверное, стрелков я все-таки опять же возьму. В бой? Так, разведку сделаем с тобой. Опачки, а кто это у нас такой неизвестный? Наверное, какой-то мечник. Так, что ты мне скажешь? У меня от него мурашки по коже. Покончите с этой нежитью и увидите нас отсюда. Угу. Уведем, обязательно уведем. С нежитью, да, значит? Значит, ну тут, по-моему, не только нежить будет. Давай, поехали. Тут именно... Именно тавры. Карта-то какая-то маленькая, ты смотри. Угу. Зря, наверное, здесь хилов этих поставил, блин. От них тут вообще толку никакого нету. Тут хорошо маги работают и бомбардиры. А бомбардиры вообще замечательно, потому что пока мы, например, деремся, они... Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Сколько волн? Всего 4 волны. Что это тут? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что это тут за гроза поднялась? Опа, это кто? Вот это кто такой? Кто это? Вампиры, что ли, какие-то? Вот они тут повылазили-то. Если враги быстро продвигаются мимо ваших защитных сооружений, попробуйте остановить их замедляющей магией. Если бы у меня была бы, блин, эта защищающаяся замедляющая магия. Ее же нету нифига. Так, ну, с минотаврами понятно все, а вот с этими зловещими вампирами не особо понятно. Нет, один стрелок не справится. Он, конечно, молодец, он красавчик. Но не проходит. Эй! Беги, 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 беги. Да что ж вы стоите-то, тупите-то? Не понимаю я. Ой-ой-ой. Так, ну этот не пройдет. А где мои все бойцы-то, я не пойму. Валяются, отдыхают. Где еще? Блин. Опять вы за свое, а? Давай, урон, 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 урон. Эй, хил тут вообще не в тему. Стрелок, да, стрелки тут хороши. Ну, лучник еще, наверное, неплохо заходит. Эй, да что ж вы стоите-то, тупите, ну, господи, ну... Прошли, да? На две звездочки. Ну, хотя бы на две, ребята. Чем вообще не на одну звезду. Так, разблокирован новый проход. Это что за новый проход? Вот это, что ли? Вы получили звезд 60. Можете пройти. А нам нужно 69, да, звезд? Ха-ха. Понял намек? А намек здесь в том, что нам нужно собрать все звезды. А вот так вот.
Иначе ты туда просто не пройдешь. Окей. По одной звездочке-то и заработаю, как ни крути. В бой. Так, а что мы должны защищать-то здесь? Ага, вот, вот, вот это наше место. Сделаем вот так с тобой. И бомбардира. Что, проверим? Как у нас тут получится все? Угу. А сколько? 10 волн, ё-моё. Насчет 10 волн-то я, конечно, не знаю. Десять волн. Сможем ли мы здесь пройти? Так, мне кажется, один должен быть где-то вот здесь, а другой должен быть где-то вот здесь. Самый оптимал. Опять же, проблема в том, что я не взял с собой стрелков. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Так, это откуда голодранец собрался, я не могу понять. Я уже чувствую, что напряг здесь идет конкретно. Дальше только хуже будет. Да ведь? Да ведь. Так, давай немножко ускоримся, наверное, чуть-чуть. Не нравится мне вот здесь внизу, что происходит. Ох, этого-то подбили. Вставай давай. Бомбардир. Куда, вот куда мне этого бомбардира поставить? Сюда есть только. Так, ну что, запинаем. Запинали. Давай следующую волну. Маги. Ну, давай бомбочку свою бросай. Чё ты там стоишь? Улыбаешься. Угу. Хорошо, он там догоночку и бросает. Красавчик, молодец. Давай без подлагивания, пожалуйста. Ребят, вот этот провод, который я говорил, да, он пришел ко мне, и вы знаете, что с ним идет все четко, но звук почему-то прерывается. Поэтому я как-то, не знаю, ребят, не стал его подключать, играя, опять же, по Wi-Fi соединению. Так, ну что, вызываем следующий поединок. Сколько там у нас? Это только половина прошла. Сейчас пойдут тяжи. То есть, скажем, разом все сильнее, сильнее, мощнее будут у нас... войска, да? Ну да. Что-то там вообще жуть какая-то. У меня даже нет свободных ячеек, чтобы кого-то куда-то поставить. Вот в чем вся соль. Так, если он сейчас упадет, мне придется вырезать, верно? Да, и это только лишь пятая волна. А дальше что будем делать?
Так, там еще и лучники ползут. Ну, лучники хотя бы погибают быстро. Зря мы, наверное, так сделали. Хотя, ладно, кристаллы есть, можно рисануться будет. Успеем, блин. Так, погоди. Где хоть один герой-то, ё-моё? Да ты беги сюда-то, господи. Ну вот, опять минус сердечко. Пипец. Где мои заклинания, я не могу понять, а? Идут, блин, как к себе домой просто. Просто проходят и все. Тогда ускоримся, наверное. Нет, нельзя ускоряться. Да ну тут, блин, ребят, тут нереально тут пройти. Да куда ты побежал? Ой, тупорылый, а. Взял еще одного, пропустил. Да. А где этот-то, я не могу понять. Я его не вижу даже. Где вот этот вот? Вот он, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, смотри, вон они идут через верх. Да кофиги уже тут сопротивляться, все равно мы не получим с тобой звездочки 3, как я хотел. Три звезды нам не видать, к сожалению. А так хотелось. Мы просто с тобой дальше не можем попасть в следующую локацию без этих звездочек. Ну. Так, можно следующую волну вызывать, да? Вот эта зажигательная смесь очень хороша, я смотрю, вообще наносит урон колоссальный. Прокачиваем здесь, здесь, здесь и здесь. Так, ну тут вообще что-то мы их запинали быстро. Но в любом случае, ребят, мы не получаем нужное количество нам звезд. Поэтому опять же только 2 звезды. 60, сколько у нас там? 69, говорят. 69 звезд тебе нужно, парень. Иначе тебе не пройти. Блин, у меня столько здесь уровней, где на 2 звездочки всего лишь. На 2. Вот, например, тут 2 звезды. Поехали. Сейчас я им тут устрою карнавальную ночку. В бой. Я уже забыл, что здесь. Блин, я забыл, кто здесь и что здесь. Но тут, по-моему, нежить или орки. Блин, я не помню. Нежить, скорее всего, да? Или орки. Так, давай проверим, кто здесь вообще. А мы перейти не можем? Не можем. Перейти мы, блин, не можем сюда, на эту сторону. Зашибись.
Похоже, через забор не перепрыгнуть. Заново. Ячейка нам нужна. Last Fortress. Play free now. Так, ну что, ячейку получил. Давай я, наверное, поставлю. Если тут будет нежить. Стрелки. Ну, стрелок, в принципе, пойдет. Значит так, здесь по периметру должна быть вот такая вот у нас петрушка. Ничего смешного нету. Так, подожди, и стрелок. Вот так. Ставим вот так. Здесь я фиг знает, кто тут пойдет у нас. Смотрим. Угу. Пока идет все хорошо. Блин, вот тут только у нас сверху вот пойдет. Интересно знать. Давай, наверное. А, у меня всего лишь одна осталась. Сейчас глянем. Блин, минотавры. Ладно. Но он один, ему будет, блин, сложно за всеми тут успевать. Сколько волн? 7 волн здесь будет. Ох, даже не знаю. Крыс еще, вы серьезно, блин? Блин, какой-то горелый. Я не смогу тут со всеми справиться. Эй! Нет, ребят. Это не то. Блин, ну как же быть-то, а? Вот как тут быть? А зачем мне вот это вот нужно? Убери отсюда. Лучники. Лучники тоже, наверное, здесь не нужны пока. Хилы. Маги. А вот этот что делает у нас? Кидается. Так, дротик позволяет получать дополнительную ману. А этот замедляет врагов до черепашьего бега. Попробуем вот таком, таким составом. Так, значит, два сюда, один сюда. До черепашьего бега. Давай так, наверное, сделаем, чтобы шамана. Стрелок здесь. Стрелок здесь. Сделаем так. И вот так. Вот фиг его знает, правильно, неправильно. Посмотрим. Прокачивать надо, как не знаю кого. Ну давай. Так, ну ладно, снизу вроде бы как можно еще справиться, да? Внизу. Сейчас будет наверху веселуха. Телепортирует. Так, телепортация, а здесь удержание.
Ну пускай будет удержание, фиг его знает. Ох ты, еще и замораживаем. Допустим. Так, следующая волна. Вот крысы паршивые. Крысы, крысы, крысы ползут. Так, маг. Ну, получится у нас тут справиться с ними или нет? Так, ну вроде разобрались с этим. Так, дальше давай. Блокирует мне башню, а, гаденыш. Так, что у тебя там есть? Телепортация какая-то, не знаю, что за телепортация. Эй! Фью. Но все равно напряжно было. Чуть было не прошел. Следующая волна. Блин, стрелок стреляет, но что-то как-то вот... Ну не тот урон, что хотелось бы мне видеть. И не успеваем. Ну вот это вот бомбани, господи. Так, здесь, наверное, вот так сделаем. Ну, шаман очень даже неплохо, я тебе скажу. Очень, да я что-то как-то... Поначалу мне показалось он каким-то ватным. То, что он замедляет очень сильно. Это да. Особенно, когда хорошо замедляет и рядом вот этот маг. Вообще круто получается, такая комбо. Такая вот своего рода комбо. Так, этот свистун с крысами своими призвал все-таки, а? Все-таки призвал крыс. Эй! Так. Я сейчас постреляю. Так, ребята, последняя волна у нас. Если мы ее... Вот. Если мы ее пройдем, то у нас будет плюс одна звезда. А это то, что нам нужно. Так, не надо лагать только, пожалуйста. Эй! Эй! Так, что у нас там? Телепортация назад вообще имба. То есть он берет врага и обратно телепортирует. Ну, это классно. Плюс вот эта заморозка. Слушайте, ребята, шаманы очень даже неплохие. Очень даже неплохие. Хм. То есть сейчас мы получили с тобой звездочку. Открыт турнир какой-то. То есть получается у нас сейчас 60. Так, вы получили звезды 60. Можете пройти. Так, ну у меня 70, да? 70 звезд. Можем пройти. На мост далековато. Потоп не отпугнул упрямый народ затопленных степей. Вместо того, чтобы научиться плавать, они соорудили целый лабиринт проходов в их новом озере. Если эти мосты рухнут, люди окажутся изолированными. Мы должны их поддержать столько, чтобы селяне успели уйти. Оу. Так, ну что, давай мы, наверное, получим энергии чуть-чуть. Открыли, да? И сюда я, наверное, все-таки возьму... Кого я сюда возьму?
Кого мне сюда взять? Ну, давай возьму. Нет, не хочу я его брать. Хотя, ладно, возьму. Так, ну что, ребята, вот такая у нас местность. Мы с тобой должны защищать вот эти вот две локации. Так, стрелка поставим сюда и сюда. Они будут на лодках, что ли, плыть или как? Я не знаю, ребят. И кто? Я забыл посмотреть, кто у нас здесь будет. Так, поставим шамана здесь и шамана вот здесь. Че, давай смотреть. По-моему, тут будет нежить или кто? Нежить идет. Собственно, персона, друзья. Шаман, он, конечно, замедляет врагов, но наносит такой маленький, ребята, уничтоженный урончик, что даже не знаю. Надо вот так, наверное, делать. Угу. У нас полетели стрелы. Так, секунду. Перехватывай давай, блин. Да ты будешь хватать-то его. Фух, еле поймали, блин, этого засранца. А ты посмотри. Что этот с дротиком делает? Не знаю, ребят, что он там делает. Минотавры. Пошли по верхней дорожке. О, там и нежить вместе с ними. Так. Это совсем не есть гуд. Совсем не есть гуд. Ты гляди, что вытворяет, а? Они объединились. Так, шаман, что у тебя там есть? Телепортацию поставим. Так, стоп. Стоп. Так, чтобы никто тут не прошел, чтобы муха не пролетела. Все, да? Ай, ё-моё, опять этот вампир, или как его там величать, я не знаю, ребят. Ты понял, да? Так, и здесь еще пруд. Сейчас посмотрим, что этот с дротиками делает. Зевса, Зевса. Назовешь же тоже Зевсом. Так, сколько... Ох, волн-то здесь будет приличное количество. Идет партизанище. Это который у нас башня, да? Глушит. Это именно он. Да, это именно он. Вот здесь, кстати, когда у нас идут драки, не помешало бы какому-то чувачка поставить, который наносил бы массовый урон. Понимаешь, да, к чему я? Так, подтвердить, урон плюс 20, окей. Урон плюс 20. Так, ну что, здесь справились. Следующая волна. Слушай, а зачем, интересно, вот здесь-то, наверху, вот самый-самый верхний, может быть, туда поставить стрелка тоже? Чтобы не простаивало. Ячейка. Наверное, так и сделаем. Так, ты дротики там будешь метать или нет? Ха, вампир захотел пробежать, фигушки тебе. Так, ну-ка. Да, вот здесь будет самое то. И стрелять заодно будем, да? Прикрывать, по крайней мере, верхние дорожки. И ячейку собой занимает. Так, ну что?
Следующая волна началась автоматически, да? То, что тут нежить, хорошо бомбим, это ладно. Шаман, как бы, это все тут замечательно. Меня вот наверху немножко вот смущает, что происходит. Дротики. Что-то как-то он метает еле-еле. Так, стоп. Так, секунду. Не слишком ли вас тут много-то, ребятули? Давай-давай-давай, перехватывай. Классненько вы его разорвали. Так, ну что, следующая, последняя волна, по ходу дела. Да, ребята, это последняя волна у нас идет. Герои, встаем сюда. Шаман. Так, наверху идет амбал. Наверху идет амбал, друзья мои. И вампиры еще. Плохо. Ну, посмотри, какой Квазимодо, а? Надо вот этого вот завалить, и все будет окей. Какой, блин, низкий уровень заряда. Так, ну что, забомбим. Эти у меня валяются, да, прохлаждаются. Все, ребята, прошли на 3 звезды. Опачки, а это еще кто? Это у нас Сапфира 1-го уровня. Хрупкая, в ближнем бою отличный стрелок из лука. Это герой? Мы получили нового героя, что ли? Так, ну-ка давай-ка я гляну. Точно, ребята, это новый герой. 40-56 атака дальнего боя. Ты прикинь, у нее дальний бой круче, чем у наших ближников. Бой. Офигеть, 40-56. Ха. У этого 16-21, у этого 20-26. Ты прикинь, насколько крутая эта девочка. Да, вот это круто. Это круто, ребята, тут уж не поспоришь. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, на сегодня закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.